Группа Павла. Всем привет, с вами снова я, Блэкс, и мы продолжаем играть в игру Metro Last Light. Несколько часов. Да и двигаются они по обжитому тоннелю. Но я их догоню. Не имею права не догнать. А это, к счастью, разбилась тарелка. К большому такую счастью. Так что сейчас я нажму на паузу, чтоб не было. Короче, я убрал разбившуюся тарелку, это на счастье, значит хорошая концовка будет офигенно. Так, отлично, а у нас разбитый противогаз, потому что, как мы помним, в предыдущей серии мы покатались на американских горках. Вот этот противогаз уже тоже разбит, в общем. Так, мы пришли оттуда, там ничего нету. Или есть? А смотрите-ка, есть, видите, какие мы умные. А вы говорите, не умные, не умные, такая... А у нас то пузатики парни, они умные, пузатые парни-то. Ну, не пузатый ты парень, не пузатый парень, это Томас пузатый парень, нормальный парень. Такой, гетто, я гетто, Томас, я. Так, поехали дальше. Если Регина еще работает, то что фиг его знает. Так, видимо, не работает. А, нет, работает. Так, давайте со снайпы. Так, никого нету. Пока никаких дверей. Так, все, пока чисто. Не, надо включить свет, а то ничего не видно. О, опять сейчас дверь пробьем. Ах ты, оп, сука! Тихо, тихо! Сучара! Стой, кто идет! Стрелять будем! У нас оружие! Я тоже. Ей-богу, оружие! Лениным клянусь! Ленин умер. Да это не ГБ вроде. Форма незнакомая. Может, из наших кто? Глянь, как он стволами обвешан. Не стреляй, братишка! Мы люди мирные. У нас тут женщины, детишки. Нас не трожь, и мы не тронем. Мы беженцы с красной линии. Я тут за старшего. Командовать мне, правда, некем. Все боеспособные шли другим караваном. На полкилометра впереди. Думали, защитят нас. Если что. Не защитили. На них напали. Стрельба, крики. Теперь затихло, но из наших никто не идет. Так что дальше нам пути нет. Назад тоже нельзя. Там настолько расстрел. Не, не включу, нафиг надо. Ты, я вижу, человек бывалый. Выручи, а? Нет, нечего терять. А детей жалко. Ну это да. Да жить, понимаешь? Так что же мы теперь? Как же мы без них? Да может, живы еще. Че ты хоронишь-то раньше времени? Стрельба-то какая глаз была? Стрельба! Вася, ты без глаз, прикинь. А теперь тихо. А вдруг отбились? А чего? Нифига подобного. Не идут тогда. Но придут еще. Подождем. А как вы думаете, они всех убили? Может и всех. А может и того хуже. Чего? Куда уж хуже. Че еще хуже? Там ведь и женщины были. Не знаешь ты, Яша, жизни. Эх, дай тебе Бог и не узнать ее с этой стороны. Так что, пойдем наших выручать? Да что мы там навыручаем? Вдвоем. Ну, их там прижали, если мы сбоку зайдем и возьмем бандитов в оборот. Так, ну, и стой, противогаз. Я вам дам собираться. Баб с детишками кто охранять будет? Что же нам, бросить их? Парень приезжий поможет. Так, мне звонят. Так, там посмотреть. Надо посмотреть, кто звонит сейчас. Так, это звонил Мефолис. Ладно, давайте. Дальше продолжим он играть. 1-20 таких вояк, как вы, стоит. Зачем? Зачем ты меня потащил, пень старый? Послушал Андрея Кузнеца этого. Безопасно, все готово. Быстро доберетесь. О. Меня потащил. А теперь нам всем крышка. Из-за тебя и кузнеца твоего, урода. Да ты думаешь, вот что вот говоришь? Андрей святой человек. Он же всех нас вывез. О, кабан. Слушайте. Него... Свинья. Ух ты, Иуда. Бандитам в руки вывез. Откуда ему про бандитов знать было, а? Должен был знать, раз обещал. Агибисты. От них-то он нас спас. А толку, если теперь к бандитам все попадем? Дура ты. Глаза б мои на тебя не смотрели. Ты вот, Яша, скажи, чего бежать-то надумал? Так мобилизация.
Да кто тебя такого богатыря взял бы? Да, это вот раньше не брали. А теперь повестка пришла. Мать говорит, убьют в первый же день с твоим везением. Пристроила меня в караван этот. И видно зря. Ну, твое дело молодое. Устроишься, если доберемся куда. Я 20 лет отслужил. 20. Для ПП. Подождите, а мне вот мне надо для этого этой винтовки. Грибов и патрон. А покупай, покупай. Патроны отборные. Позорю родину. Вот и думай. Предатель так, и потом. Винтовочный патрон. Решил предать. Ну хватит. Хотя где я такой нужен? Бывай. Я че ушла-то? Война скоро. А наши станции на самой передовой. В прошлую войну побежали было. А там заградотряд. И всех, всех, пап, ребятишек, стариков расстреляли. Чтобы на других сейчас станциях беда. Паники не было. Так, так что я теперь учёная. Решила не ждать, пока начнётся. Подожди, нет, я хочу вот это тюнинговать. Да, да никакой обменять, чё хреняешь? Пистолет пулемет из него сделать можно. Но и у нас не сахар. Тюнинг. Мы его призвали. Ждала. Потом о, X4, оптика его. Сколько? 45. Ну, все, убили. Не, оптика я плохая, думаю. Слушай, вот такой вот возьму за 35. А это же значит... Это же снайпа все-таки. Так что... Если сдался, значит предатель. Папа не предатель, папа герой! Герой, герой. Конечно, не герой. Не хватит, Вась, не хватит у меня. Если что, заходи. Окей. Вот я прицел взял. О, хороший прицел, слушайте, взял. Нормально так, да? Ну, чё ж, пойдемте все-таки, дорогие друзья, выполнять основное задание, да? Да-да-да, надо Регина, все, погнали. Мы с вами. Поехали. Так, там был обычный старичок, который помер. Это... Так, тихо. О, там я помню, я знаю, тут надо сейчас девушку спасти. Не верещи, не поможет. Тут нет никого. Короче, брателла, давай ты первый раз выиграл, а я пока на стрёме. Лопыч, давай, сука, раздевай ляжки. Пожалуйста, чё? Не надо, не надо. Слышишь, казак, что ты кабинешься? Отлично, я ее успел спасти. Я красава. Ой, я ее что, ограбил? Да пофиг. Или я его взял? Да пофиг. Так, подождите. Ой, Вася. Задолбали! Чё вы стремаете на? Алёна! Так, тихо надо. Так, теперь надо уголочки проверить. Я девушку успел спасти, это офигенно. Только так у нас что-нибудь есть. Слушайте, у нас тут ничего нет. Ну пойдемте дальше все-таки. Все-таки надо дальше идти. Так, мы поедем. Ай, блин, что за херня? Слушай, он меня напугал. Говно сраное. Так. Так, надо их всех перестрелять. Так, 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 так. Ща, братоха, ща. Так, это у нас ножи есть. Так, опять мухи на всех противогазах страны, слушайте. Спасибо, брат. О, подожди, подожди. Да-да-да-да-да, давай, братуха.
Так, давайте развяжем. Спасибо. Спасибо, брат. Я думал, все. Наших угнали все. Детишек, женщин. Кто живой остался? Я сейчас. Я отгоню дрезину, сможешь проехать. Давай. Не, у него дробашек. Ты за ними пойдешь. У них там ловушка. Я знаю, они говорили. На технической. Так что ты не спеша там. Не спеша. Давай, тогда пока пойду. Пойду пока, короче. Так, у них ничего нету, все сгорели. Слухайте. Выключить все к фигам. Так, ну... Ух ты, что у него там? Какой-то мощный, смотрите. Может, на калаш? Что это такое? Спасибо, брат, спасибо. Я посижу пока тут. Не, полная фигня, если честно. Калаш круче всегда. Вы понимаете, это калаш. Так, а нам надо ехать. Надо ехать нам, конечно же. Так. Так. Что-то у нас полностью Регину помяли, смотрите-ка. Как видите, у меня 15:50 время, но это офигенно. А мы едем дальше, я возьму снайпу, мне так более интересно играть. Я кого-то снял ею? Я вроде не помню. Погнали. А, тут видите заграждение. Стой. Так, а мы поехали дальше. Давай, братишка. Так, свет не будем включать. Так, мы тут потихонечку. Так, что-то у меня... Я гляну на... Если не покажется... Значит, гнилая какая-то. Тогда маякуй. Понял на... Так, тихо. Опа. Так. Надо вырубить. Вот тормоза. Чё они там угнездились? Опа. Смотрите, как кто там ходит. Черт, он сюда идет. Тут встану, пофиг. Без палева. А? Так, давай, Вася. Бывай. Так, надо подзарядить фонарь, а то и бы нефиг. Ух ты, блин! Черт возьми! Я пальнулся. Моя вина. Полностью только моя вина. Тимур, ты где? Блин, я так ничего не вижу, если будет ходить. Их денег нет, конечно же, нету. Зачем им деньги? Вопрос. Вот же, сука! Чё, найдём лошару? Так, мне надо выбираться. Ну, сейчас дайте-ка я их с дробаша.
Так, куда ты не пошел? Понятно, здесь только вот так надо будет их снять. Отлично, один есть. Дорогие друзья, бандитов мы всех перебили, почти всех. Вот так мы выключили. Значит, вот так обогрем трупом, возьмем все, что у них есть. Здесь никого не было, ни женщин, ни детей. Аптечки у меня есть. Это сломаем нафиг. Так, так это все есть у меня. Надо открыть. Я открыл, слушайте. Пойдемте тогда к Регине. Добавил вас Крипи 4. Не знаю такого. Так, мне надо взять снайпу. Так, я беру снайпу. Так, так, так. А мама криминала. Поехали. Так, зарядиться. Отлично. Тут я был. Тут я был. Был? Я тут. Был я тут? Я не помню. Здесь, стойте. Был, был. А, тут я был, был. Все, поехали. Чуть я вышел. Все, пойдемте. Пойдемте дальше уже. Охоту не прятали, вот так просто их перебить всех. Так, тихо-тихо-тихо. Мы пробираемся на Венецию. Это мы возьмем. Отлично, у нас уже много для противогаза. Поехали дальше. Тихо, тихо. Тихо, смотрите, там кто-то есть. Так, значит, мы слезаем. И пойдемте пихарем. Пихарем. Ну, чё, бля, двинули? Чё двинули? Куда, бля? Ты чё, бля, опух вообще в натуре? На стрём! Бугор сказал, если шныря какого прощёлкаем, спросит как суп. Всё, бля, без базара, двинули. Чё мля да мля, хватит материться, у меня обзор культурный. Где они там? Вон они. Слухайте, слухайте, вон они. Сейчас они пойдут. Что, он один там? Чё за ботва? Чё за точила, бля? У меня проблемы. У меня реально проблемы, мля. Вон он. Вот его надо бы как-то снять, чтобы без палева. Че, проблема, мля? Как нож-то кидать, я забыл. Дать вроде Дж. А вон он сейчас выйдет вот тут. Или этот. Слушай, я не понял ничего. Пацаны, вот он, падла! Так, тихо, надо без палева к нему пройти. На, получи. Удотище. Пойдемте дальше, слушайте. Опа, тут что-то патроны были, что ли? Не пойму. Что-то какой-то значок сейчас был. Видели, да?
Где это? Где это? Где это? Ну где? Ну где? 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 Слушайте, что за бред? Все, чтобы значок какой-то обыскать. Уже нету. Офигеть. В туалете, что ли, рыться? Ну нафиг пошли, господи. А, во. Ой, плюс 10 валюты, офигеть. Так, надо сейчас без палева там всех перешмякать. Что это еще за базар? Так, тихо. Так, тихо, у меня низкое ФПС. Реально тухлая тема. И главное, западло, норы затыкать без толку. На зачей один хер прут. Точняк, а выход на Венецию нам на полюмбас нужен. Так, надо всех перебить. Да блин! Так, тихо, они, надеюсь, пощадили этих детей. Где они-то? Дети-то фиговы. Эу. Так. Что-то все летает. Обычно, где дети слушают. Слушайте, они должны были выжить, или их уже их кромсали уже. Пощади! Пощади! Не убивайте! Сука, капец тебе! И куда они убежали, слушайте. А, и типа хорошо все сделал, они убежали, да? Ну все, красавчик, короче. Я всегда, вот видите, я как всегда красавчик. И на этом, наверное, надо уже обзор заканчивать. Сколько времени? Уже 16:02. Слушайте, сейчас я посмотрю, сколько. Ладно, дорогие друзья, короче. С вами был Blacks325. О, тут, смотрите, леший. Прикольно, леший. О, леший. Смотрите. Ладно, все, с вами был я, Blacks325. Это уже мы делаем полчаса обзор. Все, с вами был я. Всем удачи, всем пока. Берегите себя, пока.